Добрый день, дорогие ребята! Меня зовут Вал Наталья Андреевна. Я работаю педагогом в школе детского творчества, руководителем студии «Палитра», город Житогора. Предлагаю вашему вниманию видеоурок «Пушистый одуванчик. Точечное рисование». Для работы нам понадобится гуашь, разноцветная гуашь. Также обязательно нам нужно будет стаканчик с водой. Кисточки разного размера, тоненькие, толстые. И обязательно нам понадобятся ватные палочки. Итак, приступим. Мы сначала начнем от самого фона. Как мы это будем делать? Мы наш листочек разделим на три части. Это будет у нас небо, закат и трава. Значит, возьмем белую краску. Откроем, приготовим белую краску. Дальше голубую или синюю. Так, закат у нас будет красный. Можно взять розовый. Откроем. Так, и трава у нас будет зеленая. Открываем зеленую. Так, все мы приготовили. Теперь берем большую кисточку. Обязательно ее смачиваем. Стряхнули лишнее. Набираем на кисть белую краску. Сразу же кисточку опускаем в голубую. У нас получается вот так. Снизу белая, сверху голубая. И начинаем плавными движениями. Вот так. В одном направлении. Вниз. Вниз или круговыми движениями не делайте. Визуально я поделила на три части. Я думаю, неба мне достаточно. Значит, я мою кисточку. Помыли кисточку. Теперь делаем все то же самое, только с красной или с розовой. Кто какой хочет оттенок. Значит, я набрала красную, макаю ее. Вернее, набрала белую, макнула в красную. Да? И все, делаем то же самое. Разводим. Если у вас получится сильно темный красный, вот как у меня здесь, можно опустить кисточку в белую краску и еще раз провести линии. Еще раз. Вот так. Не обязательно делать ровные линии. Как вам нравится. Вот так. Дальше я нарисую травку. Все делаем то же самое. Набираем белую краску на кисть и опускаем ее уже мы в зеленую. Зеленую набрали. Теперь я буду травку рисовать не влево-вправо, а снизу вверх. Вот так. Такими движениями легкими. Такими. Вот так. Так, можно взять еще зелененькую. Так. Наша травка готова. Большая кисть нам не нужна, а больше. Можно ее помыть и убрать в сторону. Дальше мы возьмем кисть тоненькую. Берем тоненькую кисточку, будем рисовать сами одуванчики, то есть сами цветы. Тоненькую кисточку берем, наносим на нее краску и рисуем стебельки. Я, например, один нарисую одуванчик вот здесь. У меня вот такой стебелечек будет. Все, маленькая кисточка нам не нужна. Убираем ее. Дальше берем наши ватные палочки. Одуванчик у меня будет разноцветный. И красный, и синий, и белый, и желтые. Я соединю в одном цветочке. Значит, я еще открою желтую. Мы берем нашу палочку, макаем ее в водичку, чтобы она стала мокренькая. Теперь опускаем краску, набираем краску и начинаем
по кругу делать такие точечки. Вот так. Не нужно их делать прям сильно густые. Пусть между ними будет расстояние, потому что мы будем добавлять другого цвета. Вот так. Теперь переворачиваем нашу палочку и берем, например, красную. Смачиваем и опускаем в красную краску. Делаем все то же самое. Между ними еще оставляем место для другого цвета. Вот так. Так, теперь я убираю, беру следующую, макаем и опускаю в синюю. Опускаем в синюю и точно так же везде-везде их добавляем. Так. Вот такой у нас уже интересный получается рисунок. Так, теперь я возьму еще одну палочку и опущу в белую краску. Теперь сверху я сделаю вот такие белые. Вот так. Когда белую краску добавляешь, наш цветочек сразу оживает. Становится насыщенным, красивым. Ну, я думаю, достаточно. Так, с цветочком мы закончили. Теперь я хочу нарисовать солнышко. Я возьму кисточку, набираем белую краску и просто нарисуем кружочек такой. Вот так, кружочек. Вот это будет наше солнышко. Еще хочу нарисовать здесь, например, закат. Вы можете сами дополнять свой рисунок. Рисовать все, что хотите. Я возьму красную краску. Набираем. И сделаем вот такие маленькие уголки. Такие маленькие прожилки. Можно прям зайти на солнышко. Здесь будет наш закат. Так. Теперь я возьму маленькую кисточку и возьмем, например, вот такую серую. И я хочу нарисовать еще вдалеке птичек. Может быть, коричневый лучше. Вот, если такая вот у нас. Вот такая. Прямо вдалеке там они летят. Просто делаем вот такие галочки. Так и вот так. Мой рисунок закончен. Всем до свидания. Жду ваших комментариев.